На Средний Урал привезли православную святыню, десницу великомученика Георгия Победоносца. Ее доставили в храм на крови. Согласно преданию, именно этой рукой покровитель воинов поразил змея. Реликвию встречала Виктория Севастьянова. После двухмесячного путешествия по России мощи Георгия Победоносца прибывают в Екатеринбург чартерным рейсом из Тулы. Реликвию встретили с военными почестями, фанфары и рота почетного караула. Ковчег с десницей Георгия Победоносца сопровождает делегация греческих монахов во главе с архимандритом Алексием. По его словам, в ходе путешествия по России мощи творят чудеса. В одном из городов прозрела слепая женщина, в другом, в день прибытия десницы над храмом в безоблачном небе, появилась радуга. Это чудо святого Георгия, который хочет показать свое присутствие, а также мир, который он приносит на священную русскую землю. После молебна из аэропорта десницу везут в храм на крови. Реликвия в боевой машине ОМОН с грозным названием «Тигр». Ее сопровождает колонна из двух десятков байкеров. В числе мотоциклистов – два священнослужителя. Георгий Победоносец, вы знаете, он был воином и часто изображает его на коне. А мы нам стальные всадники стальных коней. Вот. Поэтому очень символично, и каждый, кто ездит на мотоцикле, он чувствует немножко себя таким рыцарем, воином. Поэтому здесь очень уместно. У храма на крови десницу встречают несколько тысяч прихожан. Они пришли, чтобы прикоснуться к святыне и получить благословение. Такая радость, вот звон колоколов, наши солдатики, вот байкеры приехали, просто замечательно, настроение замечательное. Георгий Победоносец, самый такой, как бы... Даже не объяснить, великий человек, который был. Поэтому приложиться обязательно нужно. Главное, деток приложить, чтобы они сильные были. Прибытие мощей Георгия Победоносца в Россию именно в год 70-летия Победы символично. Издавна святой считается покровителем воинов. Десница пробудет в храме на крови до понедельника. Затем ее привезут в Нижний Тагил, Каменск-Уральский и поселок Мариинск. А 25 июня святыня покинет Россию. Греческие монахи доставят ее на святую гору Афон. Виктория Севастьянова, Сергей Чайков. События ОТВ.